Ребята, всем привет! Вы на канале Мультяшки-развивашки. И сегодня мы поиграем с нашей любимой розовой кошечкой Бубу. Посмотрите, она уже нас встречает. И она очень-очень хочет в туалет. Давайте поскорее сводим ее туда. Ой, Бубу, как у тебя грязно! Сейчас мы поможем здесь прибраться. Ребята, кажется, наша Бубу немножко не выспалась. Давайте посмотрим нашу аптечку, чем мы сможем ей помочь. Так, какое мы сможем выбрать для нее зелье? Того, что нужно, у нас нету. Давайте сходим в магазин и купим его. Держи, Бубу. Ну вот, отлично. Так-то лучше. А теперь запрыгивай в ванную. Мы тебя хорошенечко искупаем. Ребята, кстати, вы своим кошечкам Бубу даете волшебное зелье? Если да, то ставьте лайк. Давайте хорошо намылим нашу Бубу. И можем смыть теперь водичкой. Вытрем хорошо сухим полотенцем. Ну вот, Бубу, теперь ты чистюлька. Можно идти завтракать. Ой, Бубу, что у тебя за беспорядок? Здесь нужно хорошенечко убраться. Давайте поможем нашей Бубу. А вот и вкусняшки. Держи тарелочку лапши. Хлебушек. Картофель фри. Чем, ребята, нам ей еще угостить нашу кошечку? Держи цветную капусту и красивую желтую тыкву. Держи вкусное мороженое и чашечку вкусного какао. И, конечно же, твой любимый глазированный пончик. Ой, ребята, посмотрите, что случилось с нашей Бубу. У Бубу заболели зубки. Давайте срочно отвезем ее к врачу. Ребята, посмотрите, наша Бубу сегодня едет на своем красном автомобиле. Кстати, ребята, вы подписались на наш канал? Если еще нет, то обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много интересных видео про котика Тома, про кошечку Анжелу, про песика Хэнка и много-много других интересных видео. Кстати, ребята, вы уже играете в эту игру? Если да, то ставьте лайк и напишите нам, до какого уровня вам удалось дойти. А наша Бубу уже приехала в больницу. Заходи, Бубу, не бойся. Тебя уже ждет доктор. Доктор, пожалуйста, посмотри зубки нашей кошечки. У нее они очень болят. Открывай ротик, Бубу. Не бойся. Ой, ребята, посмотрите, какой у нее здесь беспорядок. В зубках что-то застряло. И есть плохие зубки. И их нужно удалить. И сейчас их доктор будет удалять. Не бойся, Бубу. Потерпи еще немножко. Один. И второй зубик. Отлично. Бубу, открывай еще ротик. Доктор посмотрит, есть ли у тебя еще зубки, которые нужно лечить. Да, ребят, посмотрите. У нашей Бубу
Есть еще две дырочки, которые срочно нужно лечить. Ну вот, Бубу, теперь ты здорова. Молодец! Ого, ребят, кто-то намусорил в коридоре. Давайте поможем убраться. И еще давайте польем этот завявший цветок. Отлично, Бубу, теперь можно ехать домой. Ой, ребята, посмотрите, кто-то звонит Бубу. А, это звонит ее лучший друг. Он пригласил ее вечером поужинать. Давайте подберем нашей Бубу красивый наряд. Что же нам тебе сегодня выбрать? Ребята, может, оденем это розовое платье? А есть такие же, только разные цветом. Есть зеленое и есть лиловое. А есть очень красивое желтое. Ребята, какое же нам выбрать? Есть синее. Рубашка в горошек. А есть вот такие красивые платьица принцессы. Есть зеленое, розовое, есть бирюзовое. А есть еще платье с маргаритками. Оно очень красивое. Ребята, я даже не знаю, что выбрать нашей кошечке Бубу. Если знаете, напишите нам в комментариях. А мы оденем вот это зеленое платье. И еще оденем зеленый бантик на хвостик. Под цвет платьица. Ребята, а как вы думаете, может нам заменить корону на голове? Есть вот такая бирюзовая тиара. Есть золотая, розовая. Давайте, ребята, все-таки оставим бирюзовую тиару. Очень красивая. Можно еще, ребята, заменить цвет глаз. Есть сине-зеленые. Есть светло-голубые. Кстати, ребята, а какие глаза у вашей кошечки Бубу? Напишите нам в комментарии. Есть лиловые глаза, зеленые, розовые. Ребята, а я нашей Бубу оставлю сине-зеленые глаза. Мне кажется, очень красивые. Ребята, как вам моя кошечка Бубу? Если нравится, ставьте, пожалуйста, свои лайки. Ребята, посмотрите, Бубу очень рада и решила даже потанцевать. Ну, Бубу, давай на сегодняшний вечер покрутим колесо фортуны. Отлично, Бубу! Ты сегодня выиграла волшебное зелье. Неплохо. Ну, давай крутнем еще разочек. Вот это удача! Целых 5 бриллиантов! Отлично! Ребята, ну а на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии и ставьте лайки. Всем пока-пока!